Звание почетного сенатора убрали из регламента Верхней палаты парламента, заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев. До сих пор этот статус был присвоен только одному человеку в Казахстане, однако после поправок в Конституцию этого звания больше нет в законах. Ранее из Конституции Казахстана убрали статью, посвященную первому президенту страны, в том числе лишение его статуса Елбасы, лидера нации. В этом случае бывший глава государства теряет свои привилегии. У Назарбаева ранее был статус почетного сенатора. За это решение единогласно проголосовали все депутаты Верхней палаты казахстанского парламента, которую тогда возглавляла старшая дочь первого президента Дариға Назарбаева. Нынешний спикер Ашимбаев подчеркнул, что до этого звание почетного сенатора присваивалось только одному человеку. Теперь звание почетный сенатор больше нет в законе. Сейчас такое звание никому не дается. Вопрос был по званию почетный сенатор. Учитывая, что из Конституции это было убрано, учитывая, что закон готовится на то, чтобы поставить его на утрату, звание почетный сенатор мы убрали из нашего регламента. После январских событий Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, а его родственники тоже постепенно стали уходить из публичного поля. Некоторые даже подверглись уголовному преследованию. Теперь полномочия и права Назарбаева и его семьи регулируют пункты Конституции и закона о президенте. Там есть гарантии о пенсии, жилье, охране и медобслуживании. Однако ничего нет о неприкосновенности имущества, канцелярии и пенсии для членов его семьи. Для нас, как депутатов, как сенаторов, главное значение имеет решение нашего народа. Для нас главный решающий фактор во всех наших действиях – это то, что решит население нашей страны. В июне прошел общенациональный референдум. Граждане нашей страны в подавляющем большинстве проголосовали за то, чтобы убрать нормы о Елбасы из нашей Конституции. Добавим, что некоммерческая организация OCCRP, которая объединяет СМИ, расследующие коррупционные преступления, опубликовала расследование про фонды Назарбаева. По их данным, там есть активы на сумму как минимум 8 миллиардов долларов. Среди них, к примеру, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, крупные отели и крупная компания «Жусан». Отмена закона о первом президенте прежде всего снимает неприкосновенность с этих фондов и их имущества, что в случае доказательства незаконного присвоения госактивов позволит возвратить их государству. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.